Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Вот здорово. А теперь налей. Шагом. Марш. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Это кто фулиганит? Кто тут фулиганит, а? Вот сейчас как выскочу, как выпрыгну, тебе метлой прочешу. А вы, бабушка, кто? Вы случайно не Варвара Егоровна? Ну, я Егорна. А ты кто такой? Я Митя. Какой такой Митя? Обыкновенный, Сидоров. А что мне с тобой делать? Как что? Как чего? Был ты Иван-Царевич, я бы тебя чаем напоила да спать уложила. Был ты Ивашка-дурачок, я бы тебя в котле сварила. А что я буду делать с тобой, Митя? Да еще какой-то Сидоров. Варить мне не надо. Я от Глафиры Андреевны гостинцы вам принес. Гостинцы? А по какому такому праву ты от Глафиры гостинцы не стерешь? А я Глафире Андреевне внучатый племянник. Я к ней из города приехал на каникулы, она меня к вам послала с гостинцами. А я от тебя метлой хотела. О, вы хоть и гостинцы мои, и ты мой родственник, внучок племянчатый. Милость прошу к нашему шабашу. Шалашу! Что это я сегодня все оговариваюсь? Садись-ка. Ой,
Ой, привычка такая, никак не отвыкну. А что это у вас в лесу за ужас такой? Батюшки, лихо одноглазый встретил. Да как же ты цел остался? Ведь от него спасения нет. На мост зайдет, мост провалится, в дом войдет. Пойдут в доме драки, ссоры. А это кто такой? Приметливый какой. Это соседка. Где соседка? А он на лавке сидит. Явился, не обсушился. Явись, не морочь. Свой он. Внучок племянчатый. Болотная. Кикимора Кикиморовна. Митя, а я про вас слышал. Да? Вы вместе с Лешим в лесу людей пугаете. Ой, какой там вместе. Все одно делать приходится. От него помощи не дождешься. Уже солнышко наели, а мы еще не ели. А что это такое? Яблочко по блюдечку. Это подарок мне от племянницы моей Василисы Премудрой. Она у меня тут гостила, вот и оставила. По нему все видать, что в нашем царстве делается. А у вас царство? А как же? Царство? Да еще какое? Заповедное! 3/20 Вот. А теперь садись поближе и смотри. Кто это? Это? О, это Гаврила. Слуга царский. Как натираешь? Как натираешь? Ну, кто ж так натирает? А это кто? Макар. Макар Иванович, царь наш. Стоящий мужчина. А ну-ка дай щетку-то, я тебя сейчас враз обучу. Нельзя, ваше величество. Увидит кто, разговору не оберешься. А ты двери прикрой, вот никто и не увидит. Слушаюсь. И что за жизнь у меня? Топором работать нельзя, не солидно. Полы натирать нельзя, неприлично. На телеге ездить нельзя, не престижно. Ну скажи мне, Гаврила, есть мне житье в этом доме? Нет, нет вам житья в этом доме. А скажи мне, Гаврила, видел ли я в жизни что-нибудь хорошее? Не видели. Ваше Величество, ничего хорошего не видели. Ну а если подумать, а? Ежели подумать, хорошее это было. Ну, ежели подумать, тогда было. Это точно. Эх ты, был, не было. Так и это у тебя получается. Не царское это дело, полы натирать. А я полы не натираю. Да. Я катаюсь. Да. Может царь кататься? Никак нет. Вас царем поставили, вот вы и стоите. Поставили, стой. Посадили, сиди. А положат лежи, значит. Я-то думал, заживу царем, буду делать, что захочу. А тут ну, ничего делать не дают. Дел полно, ваше величество. Вся Боярская дума собралась. Вас одного дожидаются. Гаврила, зови всех сюда. А все-таки, знаешь, Чумичка, быть царем так же плохо, как и не быть царем. Прекрасная мысль. Я ее обязательно запишу в книжечку, чтобы не забыть. Глупость, это не мысль. Не спорьте, Макар Иванович, мне виднее. Это же моя работа, ваши мысли записывать. Для внуков. Кто присутствует, я вижу. А кто отсутствует? Боярин Галилов. А у него бабушка заболела. То у него бабушка, то у него дедушка. Вот посажу его в чулан.
У него все бабушки сразу поправятся. Ну ладно, какие последние новости, докладайте. В государстве у нас все хорошо, а неприятности имеются. Даже целых две. Ну ладно, ты давай по порядку. Перво-наперво Соловей-разбойник опять объявился. Так. Видно, с каторги сбежал. Уже двух купцов ограбил. Чего делать будем, бояре? Стрельцов послать надо, чтобы схватили мошенника. Верно, верно. Верно-то верно, но неправильно. Так, ладно это. Лошадей от работы отрывать придется. А что делать будем? Чего делать? Думать будем. Слышь, малец, сбегай-ка к Василисе Премудрой, спроси, чего делать-то. А это что это, он на работе и спит? И никто его не будет? Его разбудит, там и плохо будет. Это же дрема. Ну и что? Здоров он очень. Потому что спит всегда. Никто его не разбудит. Ну да. Да? При желании кого хочешь разбудить можно. Попробуй. Костей не соберешь. Да. Не-не-не, не думай. Он как проснется, сразу дерется. Да. Ну только потом разберется. Так. Вот, бояре, какая у нас мысль появилась. Нарисуем картинки нашего соловья. Вот так и вот так. И по деревням пустим. Он сбежал, разбойник, зовут Соловей. Лет ему столько-то, обе ноги имеет левые. За поимку, ну, полбочонка серебра. Его мужики сразу и выловят. Какая прекрасная мысль. И мы об этом тоже подумали. Ваше Величество. Думать мало. Царские мысли исполнять надо. А уже исполнен. Вот. Молодец. Ну-ка, давай. А вторая новость какова? А такова. Прислала тебе Василиса Премудрая подарок ко дню рождения. Ну? Клубочек волшебный. А где ж подарок-то? А это ты у своего писаря спроси. Не верь ему, царь-батюшка. Врет он все. Так, значит, боярин врет. Врет. А Василиса, которая мне подарок прислала, тоже врет? Врет! Все врут, батюшка! Все! А ты не врешь. Я не вру. А вот мы и поглядим. Обыскать его. Эх, батюшка, не веришь ты слуге своему верному? Нате, обыскивайте меня, обыскивайте. Нет у меня ничего, нету. Нету. А? Ну, что я говорю? А ну-ка, малец, подай мне его шапку. На воре-то всегда шапка горит. Ну, писарь, чего теперь скажешь? Батюшка, родненький, не губи. На это конюшню его и выбрось, как сидорову козу. Я больше не буду. Батюшка, родненький, не губи. Я больше не буду, батюшка. Ой, не могу. Не могу. Вот так. Легко ли царем быть? То казни, то милый. Хоть и вор, а свой. А своего-то и жалко. Эй, вы! Хватит писаря парить. Гоните его из нашего города, чтобы духу его здесь не было. Нам воров не надобно. Ну, твое величество. Ну, батюшка, берегись. Я тебе в отместку твоего самого лютого врага выпущу. Кощей. А это почему? Змей Горыныч на охоту вылетел. Ах, чтоб ты провалился, замечательный самый. А почему вы его замечательным называете? Его ругать нельзя. Кто его ругать станет, а он съест. Да, неприятностей не оберешься. Теперь 2 недели ничего видно не будет. Что ж делать-то? Нам за чумичкой проследить надо. А то ведь он, злодей, Кощей выпустит. У меня на болоте все сороки по воронье закаркали. Примета верная. Быть в беде. Лететь тебе надо, Егоровна. Старая стала летать. Ступи мне к ладно.
А на помеле так я его вовсе не удержусь. Бабушка, а туда долго добираться? 5 пар башмаков стопчешь. А я придумал, как туда попасть. Только ты меня с собой возьмешь? Я ведь пешком ни за что не пойду. Да не нужно пешком. Ведь у избушки ноги есть? Есть. Ну вот мы на ней и поедем. Что зря ее ногам-то пропадать? Ну, молодец, придумал. Я 300 лет в этой избушке живу, мне такое в голову не приходило. Нет, в самом деле, складно придумала. Ой, складно, складно. Только избушка-то у меня совсем обветшала, на дороге не вынесет, она на второй версте развалится. Может быть, у вас ковер-самолет есть? Или еще что-нибудь волшебное? Милая, какие у нас ковры? Слышь, Егоровна, а если у Емеля печку занять самоходную? Честно это стоит, все одно не топит. Умница, подруга. Ой. Беги к Емеле, возьмешь у его печку, скажешь для меня. А ты пойди-ка пока, сбегай, водички принеси. Маловато, не хватит на дорогу. Да, милая, это же непростая фляжка. Она изнутри больше, чем снаружи. В нее 3 ведра входит. О! Скажи, нет меня в столицу уехала. Да и надоели они. Да. В день по трое наведываются, всех напои, накорми и спать уложи. Постоялый двор устроили. Верно, верно. Житья от них нет. От царевичев-то этих. А за огород не беспокойся. Все сделаю, все. Водички принес? Пожалуйста. А че ты у тебя синий? Где брал? В озере. Ну, ясно, не на болоте. Там по берегу козы бегали. Козлята маленькие. Точно. Синь козельский вода. Он за новую бабку козу сделает. Эта вода заколдованная. Кто ее не глотни, сразу козой станет. И муха. А что? И муха. Этой бы водницы Глафире Андреевне. У нее козы нет, зато мух много. Вот и отвезешь ей от меня подарок. А сейчас ехать пора. Прощай, подруга. А ну, печка, вперед! Скатертью дорожка! А откуда Чумичка хочет Кощея выпустить? Где он сейчас находится? В подвалах царских прикованный сидит. Уже 200 лет сидит. Только это у нас тайна. А Чумичка о ней знает? Про тайну у нас все знают. Thank you.
Здравствуйте, Ваше Величество. Привет. Ну, я тебя слушаю. Я пришел предложить вам престол нашего государства. Престол — это хорошо. А где же ваш царь? Макар, кажется. А он того, в деревню хочет уехать. Макары должны гонять телят. Там им самое место. Как вы здорово сказали. Можно я запишу это в книжечку, чтоб не забыть? Я вижу, ты неплохо соображаешь. Кто по должности? Писарь. Просто писарь. Чумичка. Отныне ты не писарь. Я назначаю тебя своим первым другом и советником. Рад стараться, Ваше Величество. Мне надо выпить 12 ведер воды, и тогда силы ко мне вернутся. Завтра я подарю тебе это ведро, доверху наполненное золотом. Рад стараться, Ваше Величество. Теперь вперед. Мне не терпится надеть царскую корону. Да, да, да. Да. Меня будить? Что это? А, так, ничего. В темноте на столб налетел. Очень интересный столб. На кулак похож. Правда? Да. Ну, ничего, не отчаивайся. Будут у нас дела и посерьезней. А сейчас принеси мне корону. Угу. Ага. Ой. Опять воруешь? Ах ты, подлая твоя душа! Послушай, любезнейший! Сейчас ты возьмешь перо и бумагу и напишешь, что трон, корону и государство уступаешь мне! Да ни за что на свете! Эй, стража! Ко мне! Взять того, что на троне! Вперед! Со мной! Впереди меня! Вот так! Вот что, десятник, труби тревогу. Почему десятник? Кто сказал десятник? Сотник! Ко мне? Да какой же он сотник, когда он только до 12 считать умеет? До 13, Ваше Величество. В таком случае он на сотника не похож. Такой бравый парень и такой образованный. Тысячник. Вот кто он с этой минуты. Тысячник! Сюда! Тысячник! Сюда! Миллионский! Ко мне! Шагом марш! За мной! Гаврил, а? Ты-то хоть за кого? За него или за меня? Я... За вас, Ваше Величество. Значит, ты против меня.
Нет, почему же? Я, конечно, за него, но я не против вас, ваше величество. Да ты что, Гаврила? Ты скажи, я тебя кормил? Кормили, ваше величество. Одевал? Одевали, ваше величество. Ну так иди и ко мне. Слушаюсь, ваше величество. А ты хочешь, чтоб тебя и дальше кормили? Хочу, ваше величество. Одевали? Хочу, ваше величество. Тогда иди ко мне. Слушаюсь, ваше величество. Извините. Выходит, Гаврил, ты за него. Значит, ты против меня. Почему? Я, конечно, за него, но я не против вас. Ваше величество. Вот что, внучок, сиди тихо до моего прихода. А вы куда? Во дворец. Посмотрю вдоль да поперек, чтобы дело вышло прок. В разведку. В оглядку. А ты сиди на печке, как приклеенный, а то сварим. Что будем с царем делать? Казнить бы его надо, ваше величество. Спокойней будет. А тебе его не жалко? Жалко. Еще как жалко. Я ведь его как отца родного любил, пока он царствовал. Но для дела надо. А ты как думаешь? Как прикажете, ваше величество? Молодец, умница. Рад стараться. Что ж это ты, ирод кослявый, творишь, а? Егоровна. Опять... Людей губишь. Вас оскорбляют, ваше величество. Ты молчи, крыс канцелярская. Выпустил злодея и рад. Подвал ее в темницу, как есть. Вместе с метелкой. Вперед! За мной! Береги меня! И царя! Куда же? А сейчас всем спать, но и глаз не спускать. Завтра в нашем царстве начинается новая жизнь. Страшусь. Я за внучонку волнуюсь. Он меня на печи дожидается. Я ему строго-настрого слезать запретила. Он послушный? Да в том-то и дело, что послушный. Ай. Нет, слух, беда. Послушный и того хуже. И что за дети пошли, а? Уж ты-то молчал бы. Чего? Прохоронил шляпу, тьфу ты, пропади пропадом. Прошляпил корону, я хочу сказать. Как вот тебя сырым и съела. Бабушка, Варвара Егоровна, вы здесь? Нет, слух. Весь меня. Бабушка, как вам помочь? Василису Премудрую предупредить надо. Ты чай, ты дороги не знаешь. Не здешнего он. Погодь, Егоровна. Вот что, малец. Брось на землю вот этот клубок. Он приведет тебя к Василисе Премудрой. Ей все и расскажешь. Хорошо. Стой, малец. Стою. Беги, Митя. Стража, держи его, враги. Кто такой? Мальчишку, мальчишку хватайте. Кругом, со мной, впереди меня!
Приведет тебя к Василисе Премудрой. Эй, милый. Где тут у вас принимают соловьев, разбойников? Это сейчас узнаем. Оставь меня, лапник! Как вы смели лучшего друга нашего Кощея связанным возить? Немедленно развязать. Стой! Ой, ну-ка. Братья, иди. Разбойники, иди. Мои дорогие. Добро пожаловать, иди. Проходите. Ой, прошу. И вон как оно получилось. Кто ж знал, что он лучший друг? Или он бандит настоящий? Как же это вас мужички-то связали? Что же вы не свистели? Ведь от вашего свиста все замертво падают. Да какой к черту свист? Тогда мне зуб вышиби. Передний, свистящий, а без него... Какой свист? А ты новый вставь. Золото нужно. Зачем золото? Можно и железный. Нам, разбойникам, только золотые положены. Железным же шмеют. Будет тебе жук золотой. Жук, что надо. Кого ждут-то? Встречает кого? Говорят, лихо одноглазое прибывает. Так оно ж давно сгинуло. А? Нет его больше. Ваше Величество, Змей Горыныч, прибыли!
Вот! Вижу. Чего дрожишь? Боишься? Как не бояться? Ведь съест, не подавится. Ирод наш быстрокрылый. Чего? Авось съест, помилует. Конечно, помилует. А чего ему меня есть-то? Он и получше найдет. Тогда накорми гостя дорогого. Напои и спать уложи. Небось, устал с дороги-то. Да получше накорми каждую его головушку. Тебе же спокойней будет. Понял? Понял, ваше величество. Как не понять? Это на первое нашему трехголовому. А поросятки на второе, а это на третье парное молочко вместе с коровами. Досталось. А тебе-то что? А чего это ты? Пришел в гости, а грубишь. А я не к тебе пришел, а к Василисе Премудрой. А вот я Василиса и есть. Ты Василиса? Что, не такой меня себе представлял? Нет, я думал, вы такая. Ну какая такая? Ладно, говори, с чем пожаловал. Бабушку мою спасать надо. Какую бабушку? Варвару Егоровну, она в темнице сидит. Тетка моя? Что же это, Макар, совсем с ума сошел? Да он вместе с ней сидит. А на троне-то кто? Кощей Бессмертный. Вот беда так беда. А как вы их спасать будете? Как-как? И сама не знаю как. Кликала, матушка? Завари-ка нам, дядюшка, чайку покрепче. Думу думать будем. Ну что, разбойничек, вставили тебе зуб? Вставили, ваше величество, вставили. Самое время теперь показать силу богатырскую. Беги! Ты что? А что? Всю свиту мою оглушишь. А что такое? Распустился простой народ. Хочешь потренироваться? Иди в рощу. Как прикажете, ваше величество. Мне деревьев не жалко. Полдня гоняли, лошадей загнали. А он делся куда-то? Пропал. Упустили мальчишку, растяпы. Волшебный клубочек Василиса придумала. Значит, к Василисе этот клубочек и приведет. Поезжай к ней. Возьми стрельцов. Мальчишку заберешь. А Василисе прикажешь. Псс. Все. И я вокруг чудовищно здоров. И снова полон рот зубов. Люблю я песенку мою, хватай, громи, гробастый, легко живется соловью, соловей зубастый.
толстую дураку. На! Ну, что за безобразие? Опять зуб вышибли. Я жаловаться стану. Встретимся еще, выйдем, во дворце. Прочитала я сейчас, да и самой мне казалось, что Кощей не такой бессмертный, как о нем думают. Да. Только вот где его смерть хоронится? Где обретается? Я знаю. Мне бабушка рассказывала. У вас в Лукоморье есть большое дерево. На этом дереве висит огромный сундук. В сундуке медведь. В медведе заяц. А вот зайца-то и есть смерть Кощеева. Молодец ты, Митя. И бабушка твоя молодец. Видать, научного ума женщина. Ну что ж, дядюшка, собирайся в Лукоморье. Да побыстрее. Да ты что, матушка? Узнает Кощей, что его смерть сисковали. Будут у нас бедствия с последствиями. Ничего. Мы последствиев не боимся. А тебе, Митя, придется Макара с Егоровной выручать, а то их казнить могут. Не струсишь? А как их спасать? Эта шапка непростая. Смотри, оп. И меня нет. Вот здорово! Только не спеши, а то сам погибнешь и других погубишь. Понятно? Понятно. Вот, начинаются. Последствия с бедствиями. Угу. Давай. Ну, я им сейчас покажу. Эй, тихо. Не балуй. Отъезду. Тихо, тихо, тихо. Ну, что надо? Что надо? Надо что? Мальчишку! Мальчишку, отдайте нам мальчишку! Какого мальчишку? Какого мальчишку? У нас никакого мальчишки нет. Никакого? Окромя домового. Окромя домового? Ну, проверьте. Проверьте, гости дорогие, прошу вас. Вам тут приказ вышел, Василиса Афанасьевна. Так что получите и распишите. Это мы завсегда с превеликим удовольствием. Пожалуйте. Точно, приказ мальчишку отыскать. Отыскать? Отыскать. Черем обыскать. Я пошел. Обыскать? О! Мое дело сторона. Мое дело приказ передать. И приглашение на пир. Торжественный. У нас сегодня вечером пир намечается. С угощениями, музыкой и песнями. Так что милости просим. Нет там никого! Нет мальчишки! Ты только... А я их упреждал! Всех упреждал! Уезжай скорее! Дубинка, на место! Кто на свете всех сильней? Знает страха, кто повсюду знаменит, кого хочешь победит с одного размаха. Наш Кощей, ты смертный Кощей, наш кормилец и поилец. Наш Кощей, ты смертный Кощей, батюшка, отец. Самый могучий, самый наилучший, ничего не скажешь, молодец. Самый могучий, самый наилучший, а ничего не скажешь, молодец. Все Кощею отдадим, все ему уступим. Нам не жалко ничего, страшно ценим мы его и ужасно любим. Наш Кощей, бессмертный Кощей, наш кормилец
бесмертный поилец, наш Кощей, бессмертный Кощей. Батюшка, отец, самый могучий, самый наилучший, ничего не скажешь, молодец. Самый могучий, самый меня лучший, а ничего не скажешь, молодец. За здоровье его величества Кощея Бессмертного! Свят! 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 И вот так. Ты что, шутить вздумал? Над царевым другом и советником? Как это шутить? Я не думал. Смотри у меня! Как посмел меня, Миллионского! Водой! Водой его! Да водой их разливай! Водой! Что такое? Ку-ку! 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 Что ку-ку? Что ку-ку? Что такое? Меня будить? Что? Миллионский, а мне опять жопу вышибли, свистящие. Светы, пересветы, внучи. Бабушка, скорее спасайтесь. Нет, я одна спасаться не буду. Это мне не к лицу. Да мы все вместе спасемся, я все придумал. Выкладывай. Без шапки нам из дворца не выбраться. А шапка у нас всего одна, так? Так и в том-то и дело, что одна. Не мешай, а то съем. Говори, Митенька. Вы, бабушка, выбираетесь первой. Затем нам шапку сквозь решетку отдаете. Угу. Дядя Макар делает то же самое, а затем и я выбираюсь. Ой, ты моя умница. Молодец, малой. Ну, весь бабку. А червит я первый, а не ты. Все ж царь, хоть и без короны. Бабушка, скорей. Ну, ладно. Тряхну стариной. Я Вильям. Раз. Два. Митенька, внучек, здесь замок висит, чтоб ему лопнуть. Это Чумичка повесил. Он меня выследил. Спасайся, бабушка! Беги, Егоровна, на воле от тебя пользы больше. Вот он, мальчишка этот. Хорошенький мальчик. Рыженький. Отдать на съедение змею Горынычу. Одного. Обоих. Дозволь, Кощей, первым смерть принять. Последняя просьба. Закон. Уважь царя-батюшку. Расстарайся. Уважу. Дядя Макар, у меня фляга осталась с синькозельской водой. Ну и что? А вот что. Ну, молодец. Весь бабку, давай.
А что, если змею Горынычу ее в пасть плеснуть? Чего будет? Козел будет! Стоять! Стоять! Отворяй ворота! На съеденье привезли! Нельзя, никак нельзя. Они уже поемши. Они трех коров съели. Они лопнуть могут. О, как их ворочает. Ну, ворочает, не ворочает. Поемши, не поемши. Мне какое дело? У меня приказ. Должен съесть. И все тут. Ну, если должен, тогда другое дело. О. Вот бы не должен был. А кого есть-то будут? Кого надо, того и будут. Вылазь. Да никак это царь наш батюшка. Да что же это делается-то, а? Неужто тебя, милого, да на съедение этому чучелу? Нашему раззолоченному. Да чтоб он подавился тобой. Ну, как дела? Как здоровечек, скажите? Спасибо. Не жалуюсь. Каких людей теряем? Каких людей? Ну, куда теперь? Как куда? Ну, откуда ты со своим зверем разговариваешь? А, сверху, с чердака. Там окошко специальное есть. Веди! Мальчишки, глаз не спускать! Я здесь, Митенька. Ну, с этим все. Ну, не уйдешь. Дядя Макар, берегись! Ваше Величество, сбежали. Кто сбежал? И мальчишка этот, и Макар. Послать за ними змея Горыныча. Послать немедленно. Есть. Нет больше Горыныча, Ваше Величество. Как нет? Ты что, с ума сошел? Лучше бы я с ума сошел. Ему Макар что-то в пасть плеснул. Он козленочком стал. Каким таким козленочком? Трехголовым, Ваше Величество. Что? Уж не шутишь ли ты? Никак нет, Ваше Величество. Ну, ты мне за это ответишь. Я не виноват, Ваше Величество. Я не виноват, Ваше Величество. Я не виноват, Ваше Величество. Готовься к битве, писарь. А мы их сумеем того победить. Не волнуйся. Они своих друзей соберут. А мы их всех в бараний рог согнем. Непременно согнем. Я бессмертный. А смерти моей им вовек не сыскать. Ой, дядюшка, заждалась я тебя. Ну что, отыскал смерть Кощеева? Что? Неувязочка получилась, матушка, в смысле неудача. Из зайца утка вылетела. Ну, обернулся я соколом, догнал утку, ударил, а из нее яйцо вывалилось. Ну, догнал яйцо, долбанул клювом. Да кто ж яйца клювом долбает? Яйцо и глаз Кощеевой смертью хоронится. Вот в том-то все и дело. Вылетела эта иголка безобразная и прямо в сток сена. Ой. Ну, искал я ее, искал, а найти... Магнит нужен. Какой магнит? Нет, нас такого не придумали еще. А ножницы портняжные есть? Ножницы? Ножницы есть, а зачем они? Ножницы — это все равно, что магнит. Они любую иголку притянут. Дядюшка, дай-ка нам ножницы.
Только пустая эта идея, затратная. До лукоморья, считай, суммируй не меньше полсуток календарных добираться. Никак не меньше. Ничего, на велосипеде быстрее. Ну, разве на велосипеде? Клубок тебе короткий путь покажет. Только торопись, Митя. Скоро битва начинается. Ну что, Василиса Афанасьевна, начнем, помолясь. Чего даром кровь проливать? Сначала поговорить надобно. Ну, что скажешь? Василиса Афанасьевна Премудрая и царь Макар во избежание кровопролитиев предлагают тебе явиться с повинным. Тогда тебе простят, накажут и помилуют. Помилуют? Нет уж, пусть они сами явятся. И я их тогда помилую. А может быть и нет. Во! Ну-ка, стрельни ему из лука в спину. Так. А так, чтобы у нашего войска пути назад не было. Угу. Меня будить! Иду, ваше величество. Ну, есть среди вас храбрец, что супротив меня выступит? Вот он я, Соловушка. Встречай! Что такое? Что, Шаловушка, как самочувствие? А? Несовестно тебе. Он еще и дразнится. Теперь мой черед. Подожди, Макарушка. Тут числом не возьмешь. Тут хитрость надобна. Ну что, дядюшка, у тебя все готово? Еще одно. Минутное мгновенье. Еще одно взрывчатое поленье. Ваше Величество, вы сами между собой разбирайтесь. А я здесь посижу, погляжу, чем у вас дело закончится. Вот зачем? Уйдет Кощей. Будь беде великой. Вперед, ребятушки! Thank you.
Ваша взяла. Значит, наше время еще не пришло. И не придет оно никогда. Увести его. В темницу. За локоть мою смекалку мне вот это чудо волшебное подарили. Само чай варит, молоко кипятит, самовар называется. Да, самовар. Скажи, Митя, а как ты со своей двухколесной машиной управляешься? А ты не умеешь? Нет. Пошли, научу. Пошли. Хороший мальчик. Рыжий. А у меня внук, он как у иголку разбабыл. Сто лет шей, с носу нет. Да. Игла, конечно, знатная. Сроду такой не видела. Знаешь много волшебных историй, тут тебе и репка, и ключ золотой, тут и Черномор, тот самый, который зря всех пугал своей бородой. А в конце концов всему свету на диво, после приключений, сражений и драк, станешь ты веселым, как Буратино, и очень умным, как Иван Дурак. Почему? А покачину. А я не люблю, когда сказки конец. Ах, как тихо и одиноко.